О! Интересно. Потянет наш Wi-Fi. Тянет. Да, привет, друзья. Вот так вот здесь. WhatsApp. Как погода? Ну вот смотрите, как погода. Сегодня очень жарко. Второй день солнца, и мне кажется, что, конечно, еще пару дней, и все. У меня уже будет без шансов. Потому что, конечно, загар какой-то фантастический. Ни на других странах такого не было. Да, Волгоград, привет. Здорово. Слушайте, хотел попозже выйти, как обычно, часа 4 в 5, но здесь разница 5 часов. И было бы уже... Макс, прости, я разговариваю, можно? Спасибо. Да, день удался. Вот. Хотел попозже, но здесь уже будет поздно. Вы долго курили сигареты? Нет, недолго. Сколько у вас день жиров? Грамм 60. Сейчас вообще мало ем. Здесь другая кухня. Нам готовят вначале индонезийцы, потом сегодня китайская кухня была. Как не слил? Я рассказал, как не слил. Начал тренироваться. Здоровье хорошо. Сегодня первый день не тренируюсь, все эти дни тренировался. Сыктывкар, привет. Как умудряетесь питаться в поездках? Гораздо лучше, чем дома. С Израиля, привет. Привет, Израиль. Как здоровье, хорошо? Как бросили? Дайте подсказку. А что бросил? Я курил по 2 сигареты в день на протяжении нескольких месяцев. Взял и бросил. Льняное масло хорошая вещь? Да, хорошая. В Уфу в августе, да, 29-го, по-моему, буду я там. А вот. Плечи с грудью можно тренировать? Можно. Запросто. Почему нет? Кофеин перед тренингом, как часто можно? Мне нельзя никак, а вообще можно. Я не помню, 5 миллиграмм на 1 килограмм веса тела, по-моему, дозировка кофеина. Сейчас не могу вспомнить точно. Семена чия, как вам? По-моему, бред собачий. Ну, еще раз говорю, по-моему. Алтай, привет. Как поднять гормоны? Представьте динамики. А как? Так же, как и в любом другом. Гормоны не вырабатываются на тип нагрузки. Гормоны вырабатываются на стресс. Не обгори, постараюсь, даже бипантеном сегодня помазался, он не видно. Или вот так будет видно? Нет, так не будет видно. А, вот так будет лучше. Где солнце у нас? А солнце вот там. Становая тяга для бодибилдинга эффективна, с пола нет, мне кажется. Дорого там? Я не знаю, слушайте, мы не тратим здесь деньги, мы в гостях. Ну, наверное, дорого, не знаю. Нет, мы вчера как раз по магазинам ездили. Здесь огромное количество магазинов для серферов, и я себе купил рубашку, умудрился найти. Сырые яйца усваиваются или надо готовить? Надо готовить. Белок денатурируется при первичной структуре, при варении, и он усваивается гораздо лучше. Сколько вешу? Здесь нет весов, думаю, также вешу 112-111. Да, здравствуйте, я тоже рад. Как определить, какие мышцы прилагают мышцы? Ну, есть тест, я не помню, как он называется. Посмотрите, забейте в гугле. Но он некорректен. Дорого нынче на Бали улететь, дорого. Мы летели бизнес-классом, дорого. Ну, как моя машина стоит примерно, может, что-то лучше. А новая прическа? Нет, обычная, старая. Вот. О, у меня просто льняное масло нерафинированное, по столовой ложке утром одобряете? Да, одобряю. Даже 2 ложки можно за день, и будет очень хорошо. А вот. А, все, дети ушли, слава богу, у нас просто... Какая машина, чтобы прикинуть? Ну, дорого. Арганин нужен при давлении. Я начал пробовать, пока не могу оценить, насколько он. Как пить креатин? 5 грамм в день. Отдыха 10 в день, тренировки. Глютамин хорошая вещь. Я не вижу. Я вижу ее во втором десятке добавок. Ну, не во втором десятке, может, во второй пятерке. Как здоровье? Хорошо. О, слушайте, одену я очки. О, буду так считать. Тренить на Бали будете? Сегодня один день не тренировался. У нас собственный спортзал здесь. Есть все, в принципе. И начиная от беговых дорожек, и кончая... Ну, все, короче. Привет, Измытич. Хорошего вам отдыха. Спасибо. Да, тренируюсь. Сегодня один день не тренировался, первый день. А так, кардио, час и час тренировки. Море где? Слушайте, если увидите, вот там вот. Вот там аэропорт. Вот там на горизонте, вот там вот. Видно, не видно? Там аэропорт, самолеты взлетают, а вот там вулкан. Ну его просто сейчас не видно.
Нужен ли спортивный корсет девушке? Не знаю, смотря для чего. Шумно здесь. А здесь вон бассейн, видите, вот у нас. Вот он. Вот. И водичка вот туда стекает. Туда водичка вниз стекает, и она шумит. Ее я выключить не могу, к сожалению. А можно ли тренироваться при панкреатите? А, панкреатите, да? Можно. Почему нет? Спасибо. Стас, скупаешься за меня разок? Обязательно, неоднократно. Сегодня раз, наверное, 10 купался. Ну, конечно, жарко очень. Перетренированность на сушке. Поднимать калорийность. Да нет никакой связи между перетренированностью и калорийностью. Перетренированность – это психофизическое состояние, там, эндокринная система. Как убрать ушки у девушек? Никак. Диета, они со временем идут. Перерыв 2 месяца много или нет? Слушайте, я тоже 2 месяца не тренировался, выяснилось, что... Так, слушайте, дети опять в бассейн полезли. Уйду я отсюда. Серфили? Да, вчера серфил. Ну, как серфил? На носку я, конечно, не встал. Нужны ли углеводы с креатином? Нет, не нужны. Это старая информация. Можно круглый год пить жиросжигатель? Нет. 3 недели. 3-4 недели, потом нужно делать перерыв. После 5 недель... Ну, а это пропустил, не успел прочитать, извините. На пляже много внимания к вам? Слушайте, индонезийцы полегче. Вот самые такие отъявленные такие вот беспредельщики в плане вот отношений, это индусы были. Они, конечно, совсем с ума посходили. Они могут там, не знаю, разбудить тебя, заставить фотографироваться. Эти нет. Эти такие достаточно культурные. К тому же очень много белых здесь. Австралийцы на серфинге катаются, поэтому... Про перезал так. Кофеин можно пить постоянно по 200 грамм перед тренировкой? Подождите, 5 миллиграмм – это разовая дозировка. Если вы весите 100 килограмм, то даже 500 миллиграмм можете пить. Если я не ошибаюсь, я, по-моему, не ошибаюсь, 5 миллиграмм. Только тогда не динамически, не нарастить мышечную массу. Все равно нужно упражнение с большим весом. Ну, мне кажется, да. Сколько у вас из добавок стоит? А, что с добавок стоит на первом месте? У меня сейчас омега-3 и сыворотка, изолят сывороточного белка. Какие упражнения для ног, какое количество повторов в них вы бы посоветовали делать? Я посоветовал бы циклировать нагрузки, если вы находитесь уже на достаточно продвинутом уровне. Вот, и, соответственно, тренироваться в разных диапазонах повторений. Ну, по крайней мере, мне кажется, так было бы правильно. Хотел вулкан вам показать, но не видно его сейчас, может быть, завтра. Сколько упражнений за тренировку? Я не знаю, слушайте, это шею надо вам подкачать. Нет, мне не надо шею качать. Но рад, что вы беспокоитесь обо мне. Если тренер разбит, он 2 раза в неделю. Как, сколько весит ваша цепочка? Не знаю, не взвешивается. Как разработать руку после перелома? Слушайте, надо узнавать у реабилитологов. Я никогда не ломал руку, по крайней мере. Привет вам из Кемерово. Привет, Кемерово. Про перерыв от зала можно подробнее? О чем можно подробнее? Я 2 месяца не тренировался. Почти месяц лежал в больнице. Потом начал тренироваться. И за 3 недели вернулся в свою форму. Рис или овсянка, что лучше? Ну, рис получше, конечно, будет. Особенно бурый. Кстати говоря, здесь продается такое количество органических, как всяких рисов. Я даже в жизни не видел. Покажите море. Ну, вон оно, если увидите. Вон, видите, самолет сейчас взлетает. Вон он. Делать, когда вечером нечем, можно смотреть, как самолет взлетает. Кроссфит для построения мышечной массы. Как относитесь? Вряд ли получится. Поставите хорошего тренера по фитнес-бикини. Я не знаю, в каждом городе свои звезды. Как относитесь к Виагре перед тренировкой пампа? Я не пробовал, говорят, что работает. Ну, говорят, по крайней мере, я не пробовал. Ну, знаю, что даже перед раскачкой его используют для спортсменов. Стоит ли устраивать отдых от тренировок? Стоит. Обязательно. А он так или иначе получится. На Бали до 28-го. 28-го прилетим обратно. Как нужно пить оксандрол? Я даже не знаю, что такое оксандрол, честно говоря. Это какое-то торговое название. От метана вес сильно упал. Знак вопрос. У вас, не знаю. Топ-средства, бустер-тест. Да не работают они практически все.
Нет, моя жена тренирует, но не готовит бикинисток. Есть спортсмены, которых веду, стараюсь этого не делать. Есть несколько, я просто взял, потому что хорошие ребята. Даже не афиширую это, потому что я себя не вижу как тренера, мне неинтересно. Мне интереснее работать с обычными людьми. В Москве будут семинары, ну теперь уже, наверное, не знаю, был недели, сколько там, 4 назад. Топ памповых добавок. Ну а какие там? Трулин на первом месте, потому что он минует печеночный барьер и идет напрямую, да, конвертируется уже в аргинин. Ну не знаю, слушайте, ну, наверное, все-таки где-то там. Как к азотникам относитесь? Ну вот я говорю, сейчас начал аргинин пить, но у меня, видимо, как раз тот случай, когда печень очень мощно отбрасывает, снижает как процент усвояемости. Семинары в Екатеринбурге не помню. Я надеюсь, что будут, конечно. А как следить за обычными людьми, если они не контролируют питание? Как следить за обычными людьми? Что значит, как следить за обычными людьми? Все, кто со мной работает, все следят за питанием как-то. А раскачаем этот мир? Раскачаем, конечно. А как лучше расписать мышцы на двухдневный сплит в неделю? Возможно ли это? Возможно, конечно. Ожирение печени, как быть? Слушайте, ну надо у врача уточнять, как вам быть, потому что это уже серьезно. Как тренироваться при геморрое? Слушайте, есть у меня несколько спортсменов, с которыми занимался, но все равно ориентировались на рекомендации врача. Что делать при приседании? Забивается поясница. Смита приседайте там, где поясничка не будет. Ну, если вы по-другому не можете. Либо учитесь, опускайте ниже гриф на трапеции, тогда меньше рычаг будет. Как быстро убрать живот? Никак, быстро не получится. Ну, по крайней мере, раз задать такой вопрос, значит, вы уже пробовали каким-то другим способом. Изотоник во время тренировки по боксу стоит пить? Стоит. Бокс, кроссфит, все, что вымывает у вас электролиты, обязательно их нужно компенсировать. Это, конечно, принципиально важно. Когда лучше пить БЦА на тренировке? Сколько калорий потребляет сейчас? Думаю, чуть меньше 2000. Может быть, 1700, ну, максимум это вряд ли больше. Дома ел около 2, но здесь есть не хочется. Да, здравствуйте. Да, я тоже вас приветствую. Вот. Пить в России, хотя здесь Россия же тоже большая. Так мало, да, я ем очень мало. Я как только начинаю увеличивать количество углеводов, я начинаю толстеть. Ну, такой обмен веществ и еще есть побочные. Как отдыхаете? Круто. Не знаю, надо подумать. Мы еще вчера катались на серфе, сегодня весь день в бассейне валяемся. Фотосессию хочу сделать профессиональную. Ну, посмотрим. Стоит ли ориентироваться на килокалории или БЖУ? Вначале на килокалории, а потом на БЖУ. Соленую воду на тренировке можно? Зачем? Не нужно. Что скажу про кардио после силовой тренировки? Кардио после силовой тренировки быть... Да, загорел я классно, я, честно говоря, уже неприлично. Протеины пить, кушать можно? Можно. И пить, и кушать можно. Что едите в отпуске при переездах, если все углеводистое в меню кафе? Что значит все углеводистое? Я ем лосось, я ем семгу, я ем форель, я ем стейки. Я не ем углеводистую пищу. И поверьте мне, что готовят во всех странах, городах и очень хорошо. Почему Силуэнг не говорит ничего об углеводах? Ай, пропустил. Мне кажется, как выражать, не понял. Похвалите Тимурку кто-нибудь. Тимурка, ты молодец. Если по калорийности углеводы влезают, можно ли потреблять их вечером? Я считаю, что нет. Но опять же, все зависит от обмена веществ, от тех задач, которые ставите. 16 лет жим 110 на раз хорошо. Откуда же я знаю, хорошо или нет? Что считать калории или углеводы? Калории, конечно. Стас, привет, как здоровье? Спасибо, хорошо. Тимурка, молодец, можешь видеть, начинает Тимуркин. Смотрели Гусева на канале видео Силуэна? Да, смотрел. Первую часть, по-моему, смотрел, вторую не успел. Ну, просто не было времени. Макароны в качестве сложных углей, ну, относительно сложные угли они. После тренировки вечером очень хочется кушать, что можно. Ну, слушайте, если у вас хороший обмен веществ, нет проблем, можно все, а я только белковую пищу. Орехи вечером нормально есть, если в первой половине дня лучше насыщенные жиры, а в
там, в общем, такие там комплексные жиры, конечно, включать их все-таки в первой половине дня. Дико лень заниматься, вообще не хочется. Перетренированность нет. Это лень. Не более того, перетренированность выглядит иначе. О, вот так, чтобы солнце как-то меня светило. Творог с ягодами на ночь можно? Я себе не позволяю. Я вообще творог, если ем, то только первый половину дня, только чуть-чуть. Как тренироваться, чтобы исключить риск для глаз? Не знаю, надо с офтальмологом посоветоваться. У меня тоже зрение очень сильно упало. Привет из Золотаревки. Привет, Золотаревка, вам тоже с острова Бали. Как восстановить ЦНС? Разные способы есть. Конечно, медикаментозные, и состояние полностью покоя нужно. Вот я восстанавливаю свой ЦНС. Ничего не делаю, стараюсь не думать. Снять очки? Зачем? Давайте снимать очки. Какие шансы у Гусева на Олимпии? Ой, не знаю, слушайте. Для меня вообще остается загадкой. Судейство, особенно последние соревнования. Не знаю. Думаю, что должен в какую-то шестерку попасть. Хотелось бы, ну я, по крайней мере, желаю ему. Что лучше на сушке, рис или гречу? Мой доктор говорит, что гречу. Ну, там гликемический индекс не сильно отличается, если рис бурый. Зима, как относитесь? Я с него чуть лучше сплю. Стоит ли пить протеин на начале? И какой? В каком начале? Интересно вам, как выступит Леврон? Ну, конечно, посмотреть хочется. Я его очень уважаю глубоко. Гипоталамический синдром и замедленный метаболизм. Есть ли какие-то рекомендации? Нет, нету. Я даже не знаю, что такое гипоталамический синдром. Когда в Украину, не знаю, были планы на август, но, по-моему, они пересмотрены. Привет с Красноярска. Что думаете про Левзею? Как стимулятор выработки тестостерона? Тоже считаю, что малоэффективен. Влажность большая на Бали? Да, большая. Когда в Питере семинар? Не знаю. Ближайший семинар будет, по-моему, в Саратове и Пензе. По-моему, как-то так. Спина слишком забита. Что делать лучше для расслабления? Массаж и стретчинг, а что? В Днепр приедешь? Не знаю. Креатин до или после тренировки? Без разницы. Креатин накапливается. Это не аргинин. Что скажете про мелионат? Видимо, мелдронат. Не знаю, что, ничего не скажем. Ваше мнение о безлактозном молоке? Ну, такой же, как... А что там лактоза-то? Настолько несущественно. Да, в Волгограде будет семинар, да, точно будет. С Владивостока привет. Гигрома, кисти, запястья. Как быть? Слушайте, я еще раз говорю, медицинские вопросы. Я настолько теперь отношусь к этим вещам иначе, что даже не даю советов. Какими упражнениями убрать сутулость? Не знаю, надо смотреть. Можно накачаться на малоуглеводке. В моем представлении можно, но большая часть говорит, что невозможно. Ну, пускай. Я по-другому не умею. Я всегда использую низкоуглеводную диету, мне так проще. Как только я начинаю увеличивать углеводы, хотя бы до 150-200 грамм в день, и все. Какая схема гормона эффективнее? Не знаю. Стас, привет. Стоит ли циклировать тренировки? Занимаюсь 2 года. Да, 2 года, если у вас... Вопрос не в том, сколько лет вы занимаетесь, а то, какой уровень у вас занятий. Потому что вы можете иметь права водительские 20 лет, а за эти 20 лет ездить всего 10 раз. Подтягиваться с весом. Подтягивание с весом, знак вопроса. Ну, подтягивание с весом. Динамика сложна для среднего атлета? Нет, она примитивна. Стоит ли делать перерыв при долгом приеме спортфита? У каждой добавки есть лимит по времени использования, и на каждой написано. Так можно безлактозное молоко? Что можно? Да ради бога, у молока нет никаких противопоказаний. Пейте лактозное, безлактозное. Если у вас есть проблемы с ферментом лактаза, тогда вам тем более это нужно. Какую книгу порекомендуете? Не знаю. 3 упражнения на спину, знак вопроса? Не знаю, 3, может 4. Смещение креста при приседе, как исправить? Не знаю. Я просто не очень понимаю, что значит смещение креста. Это уже травма у вас или отказ для теста нормальный? Да, нормальный, но еще раз говорю, последние исследования, которые я читал, говорят, что не настолько существенный выброс тестостерона. Протеин на воде быстрее усваивается, чем на молоке? Конечно. Молоко, конечно, замедляет процесс усваивания. Особенно изолят, либо гидролизат. Для стимулирования аппетита посоветуете, жарко, есть не хочется. А я даже не знаю, что были какие-то китайские добавки, но я бы купил добавку, которая наоборот аппетит снижает. Можно тренировать руки 2 раза в неделю? Можно, если специализация. Какой дозировки можно использовать адреналин перед тренировкой? Никогда не использовал, даже не знаю.
А вот пишут какой-то ген, сен. Да, что-то такое было, да, я еще раз говорю, я не очень хорошо понимаю. На русском языке я видел добавку. В смысле, как написано. Если тренишь 6 раз в неделю, можно 6 раз в неделю пить кофеин. Посмотрите, какое общество количество кофеина вы принимаете. И если оно попадает в те рекомендованные нормы, то можно. Если нет, то убирайте его. Как правильно делать специализацию? Ну, как правильно? Выбирайте, тренируйте специализированную мышцу, тренируйте 2 раза в неделю. В разных диапазонах укладываете все это в программу Split. В статодинамике выходит 4 упражнения, 60 минут. Ну и 60 у меня быстрее происходит. Протеин не влияет на организм. Нет, белок не влияет на организм. Вот смотрите, у нас собака пришла. Но. Сури. Ее сегодня, ей разрешили в бассейн идти, потому что сегодня ее возили в косметический салон. Ее красили, мыли, брили. Так, естественная травма просто заходит внутрь при выполнении. Не только у вас. После отдыха тренировки строить на все группы мышц лучше. Ну, если долго отдыхали, конечно, круговую стоит. Стоит ли посреди ночи есть творог, если голод, ты проснулся? Я категорически против приема творога вообще, а ночью тем более. Сколько лет вашим детям? Моей дочери 16, у моей жены сыну 21. Специализации тоже 3 на малую, 4 на большую. 3 на большую, 4 на малую. Да, мне кажется, да. Задняя дельта плюс спина – нет. Я категорически нет. Я считаю, что этого делать не нужно. А почему против творога? Плохо усваивается? Нет, неплохо усваивается. У него высокий инсулиновый индекс, и он активно препятствует жиросжиганию. В моем конкретном случае. Но еще раз говорю, об этом много уже говорили. Так, какие мышечные группы у вас лучше всего отвлекаются от динамических тренингов? Плечи. Четырехглавая, бицепс, трицепс. 6-8 повторений на набор. Никакого отношения повторения к набору не имеет. По крайней мере, в моем представлении. Пью спортпит только Optimum Nutrition. Я тоже. Хороший выбор. Да. Одна неделя силовая, вторая многоповторка подойдет? Подойдет. На анаболиках? Не знаю. Вы ответьте, на анаболиках или нет. Трицепс лучше тренировать с грудными или со спиной? Со спиной. Все кончики глупые. Видимо. Да, чего? Там же спины. А что там? А. Вот, видите, меня зовут кушать, но я еще не готов. Вот. Мам, ну подожди немножко. Я еще хотел поболтать чуть-чуть. Сейчас темнеет. Да, карнитин когда лучше пить? Перед кардио. Как вкратце накачать мышцы? Какие добавки можно употреблять? Вкратце накачать мышцы? Я этим занимаюсь 30 лет, а вам вкратце? Приятного вам аппетита. Да я, слушайте, отнекиваюсь от еды. Здесь вчера у нас была, не помню какая пища. Вчера была индонезийская. Здесь работают индонезийцы, китайцы. Фрукты ем. Здесь сейчас ем манго, папайя. Вот не могу я папайю есть. И что-то, ну, здесь такие вкусные фрукты. Вот. А сегодня была китайская пища. Очень вкусная, кстати, они готовят классно. Да, вам спасибо. Слушайте, так забавно сидишь. Точнее, стоишь, самолеты взлетают. Вот так, под таким углом они взлетают. Как океан, классный океан. Ну, хоть в отпуске позвольте, вкусняшки. А здесь такая какая-то кухня-то, в общем, вкусняшки для меня обычная. Можно ли свинину на сушке? Можно. Как вы относитесь к безуглеводным джемам на диете? Хорошо отношусь к безуглеводным джемам на диете. Единственное, что они все равно вызывают выброс инсулина, это факт. Почему не рекомендуют тренировать закисленную мышечную группу? Чтобы не разрушать ее. Долго лететь до Бали? Мы летели долго. У нас была в Дохе пересадка почти 7 часов. Ну, просто в дороге было 10 часов и 5, 15, ну и до Москвы. Ну, часов 18 летели, стало быть, около суток в целом. Льняное масло в течение дня, да, можно даже вечером, совершенно спокойно.
Вот, а здесь я говорю, что здесь мне приходится отказываться от пищи, потому что очень много соблазнов. Ягодицы отдельно лучше тренировать. Нет, не надо их отдельно тренировать. Вместе с ногами очень хорошо будет. Если год не был в зале, пропустил. Дайвингом погружались или вас ни один костюм не налазит? Нет, дайвинг как-то, ну я боюсь воды вообще. Можно тренироваться 2 часа и больше. Я бы не стал. Стас, грецкие орехи. Что Стас, грецкие орехи? Грецкие орехи полезны, это точно. Сколько подходов на мышечную группу? Я делаю не более 4. Вам спасибо. Вот. Вы меня хотя бы удержите, потому что я не хочу идти есть. При весе 90 сколько углей формула говорит по 400. Это же много. Ну, я тоже столько не могу съесть. Плавание же, наоборот, хорошо для мышц. Я просто плохо плаваю. А здесь такая волна, слушайте, мне просто реально не очень. Я реально боюсь. Ну, и знаете, вот я в бассейне, здесь глубина 1,70 м, я плаваю уже, больше не надо. Сколько же тогда углеводов, видимо, подбирайте. Я не знаю, сколько нужно. Нужно подбирать количество углеводов под ваш тип физической деятельности. Для мышц голени, вы имеете в виду для икроножных мышц? Ну, мне кажется, все-таки чередование силовой и высотодинамической тренировки. Ну, естественно, в разные дни. Можно как-нибудь издалека посмотреть на что? На каком пляже отдыхаете? Слушайте, как это называется? Где серферы? Ката? Не помню. Ката — это в Таиланде, здесь тоже похожее название. Онлайн-консультации провожу? Да, провожу редко и не со всеми, только с теми, с кем мне интересно. При натуральном тренинге отказы в упражнении делать раз в 2 недели или только в последнем подходе? В последних 2 подходах. И не обязательно раз в 2 недели, можно делать и каждую тренировку. По самочувствию будет смотреть. Стас, про читмил скажете, не могу от фастфуда отказаться хоть раз в неделю. Я никогда не фастфудил читмилами, поэтому смотреть на вас, а что на меня смотреть, не знаю сейчас. Вот сейчас я... Мам, подержи камеру на меня посмотреть, а что на меня посмотреть? Ну-ка вот так. Ну вот он я. Видно? Да? Все в порядке. Вот такой вот. Так вот как. Как-то вот так. Ну, немножко здесь водичка придерживается, потому что пища другая. Форма огонь, ну, я недоволен все равно, хотя, конечно, постарался, в общем, старался сделать ее максимально быстро. Ну, как получилось. Спасибо. Вот. Не знаю, то есть, так смотришь иногда... В зеркало прям хорошее, иногда не нравится. Ну ничего, я же уже не спортсмен, я уже далеко не молод и уже не совсем здоров. Если покажу самолет, увидите, конечно, сейчас залетит, они часто здесь слетают. Сейчас уже темнеет, поэтому они уже... А, вот летит, не знаю, увидите, не увидите. Вон. Мигает. Где он там? Какой-то маленький самолет, короче, оказался, его не видно. Вот, так что будет у нас еще здесь одно мероприятие, будет здесь день рождения друга, к которому приехали, и будет, наверное, очень весело. На белый угол, не понимаю, что это такие сокращения, извините, я не очень. Креатин с водой можно? Да, запросто, без разницы. Не нужно запивать там сладкой водой, может просто обычной водой или протеином. Если да, не лезет. Инсулька, чик. Ждем и пушку, и кушаем. Ну, не знаю. А камера топ упражнений для задних дельт. Нет упражнений. Девушкам креатин нужен. Ну, креатин, если вы, я не знаю, вам нужен. Вы же знаете, что креатин является переносчиком энергии. Если вам нужна энергия внутри мышечной клетки, то, пожалуйста. Нет, в 90-е годы жилось не лучше. Ну, по крайней мере, мне. Привет из Таджикистана. Спасибо и вам. На тренировку можно в очередь встать. Какую очередь? Я практически сейчас в клубе стараюсь не работать, мне не очень это интересно, поэтому я стараюсь отказываться от работы в клубе. Ну, просто потому, что уже не хочу, устал. Год не был в зале, вес 70. Ну, потихонечку начинает тренироваться, что могу сказать. Привет с Еревана. И вам привет. За год что реально добиться? Я не знаю, за год, ну, килограммчиков 10 набрать сухой массы за год легко, особенно за первый. Теперь все вокруг после вас начали тренироваться от динамики. Ну, слушайте, я же не продаю никакие методики. Просто я так тренируюсь, у меня есть возможность делиться с этим. Люди
люди, кто-то воспринимает, кто-то не воспринимает. Спасибо им за это. Ну, а те, кто критикует или не делает, ну, да их фиг с ним, по большому счету. Я же никаких интересов, никаких корыстных не преследую. Я даже отказываюсь от консультации и стараюсь не проводить персональные тренировки. Опять же, в силу того, что, в общем, нет такой необходимости. Углеводы и белки раздельно, есть смысл. Я не вижу большого смысла, и у Барановского это написано, но знаю людей, которые разделили и говорят, что есть смысл. Привет из Франции. Франция, привет. Очень хочу побывать. Покажи мускулы. Посмотрите в Инстаграм, выкладывал. Хорошо. Дружите с Усмановой? Обычно. Не хорошо, не плохо, просто хорошо знакомы, и в одном проекте участвую я в ее. Я тоже на Бали. Ну, здорово. Бухаем? Нет, мы не бухаем. Ну, я, по крайней мере, не бухаю. Эти-то да. Кардио в каком формате эффективно для жиросжигания? Низкоинтенсивно или интервально? Интервально на голодный желудок, интенсивное, низкоинтенсивное после тренировки. Да, я на Бали. Ну, вот, по крайней мере, мое такое мнение. Недели отдыха – это много. Не знаю, что значит много недель отдыха. Мне немного, я, по-моему, дней 12 будем. Как часто пьете вино? Не часто. Водку как давно не пил, Стас? Очень давно. Сильная боль после тренировок, как долго не тренируюсь? Это нормально? Да, это нормально. На меня рубли. Не меня ли рубли? Вопрос. Не понял, Стас, скажи, как куриво влияет на мышцы? На мышцы никак, на сосуды влияет, это точно. Я не знаю, я там никогда не был каким-то курильщиком, у меня нет. Стас, как набрать клиентов на постоянной тренировке? Слушайте, вопрос времени. Так. Надо сейчас сесть, чтобы светло было, а то темно становится. Сейчас меня... О, здесь у нас светло. Здесь светло? Да, здесь у нас светло. Как аритмия, к сожалению, пока так же. Была, есть, так здесь ликует. Вы видели Варю Стефанову на Бали? Я не знаю, кто это, если честно. То есть, ну, не потому что я такой, я просто не знаю, правда, кто это. Очень сильный тремор рук при работе на грудь, чем говорит. Стабилизатор у вас не готов. Дом зачетный, да, он стоит 3,5 миллиона долларов, насколько я знаю. А вот здесь 1500 квадратных метров. Ну, такой он, хороший дом. Телефон на Samsung Galaxy S6.5. Это блогерша. Ну, видите, теперь я знаю, что это блогерша. Верите ли вы, что можете видеть нагрузку на разные головки трицепса? Конечно, верю. Если вы поднимете руку, то длинная головка трицепса будет из аренда. Слушайте, я не помню. Мы в гости приехали, поэтому мы не арендуем. Аренда дома. Ой, что-то около... Короче, по-моему, если не ошибаюсь, в месяц что-то около там десятка тысяч долларов. Но он дорогой очень. Ну, еще раз говорю, хозяин, который нас пригласил, может себе позволить это. Зубы покажи, ничего себе. Может быть, простату вам попытаться показать, вы что, с ума посходили там? Вот. Да, длинная головка трицепса, естественно, будет в растянутом положении, поэтому это практически единственный вариант, когда вы можете увидеть. Аритмия вообще серьезно. У меня два вида аритмии. У меня мерцательная аритмия, еще нетипичная аритмия. Так, давайте, козла-то, я сейчас тебя заблокирую, потому что, блядь, пушку тебе дать. Вот так вот. Ну вот, теперь не будет. Зачистите транплиз. Что такое транплиз, не знаю. Тран. Когда будет семинар в Казани, Чебоксарах, а лучше в Йошкар-Оле. В Йошкар-Оле, по-моему, у нас был семинар, если я не ошибаюсь. Ну вот не помню. Я вот немножко, у меня все сбилось уже. Как увидеть свой генетический предел? Да никак, когда вы будете, наверное, уже в течение года варьировать различные типы нагрузок, и при этом все равно будете стоять на месте. Таиланд вам понравился? Когда собираетесь опять туда лететь? Может быть, на Новый год. Сейчас прилетим и буду думать, куда на Новый год. Доминикана, Самуи, может быть, Пхукет. Не знаю, посмотрим. Ну, по крайней мере, я бы хотел. Ну, еще раз говорю, я не большой. Что скажете про Шреддера? Ничего не скажу, потому что один раз слышал, кто это, но даже ни разу не видел. Стевия – нормальный сахарозаменитель по сравнению с аспартамом и так далее. Все они вызывают выброс инсулина, поэтому
С точки зрения вреда организму, думаю, что они все плюс-минус безвредные. Надо сесть. Во. Сейчас я сяду. О. Привет из Владивостока. Да, Владивосток, привет. Всегда жду вашу трансляцию. Спасибо. Ну, вот не всегда, не часто получается, потому что, ну, опять же, потому что в Гонконге, в Китае, там у них был заблокирован весь Google, да, и все остальные приложения. А в Гонконге, по-моему, там тоже не получилось. Орел, еще приедете? Ну, если пригласят, приеду, конечно, мне понравился. Были во Владивостоке, да, у нас был семинар во Владивостоке, очень под большим впечатлением я. Ездили на остров Русский, нас возили друзья, очень понравилось. Как раз там была выездка стритрейсеров вот этих, я впервые увидел, как это выглядит, очень круто на самом деле. Владивосток очень понравился. Орел самый лучший город, он очень красивый. Первый раз на Бали, да, первый. Ну, я так понял, что здесь, конечно, рай для серферов, а я совсем не серфер. Ну, мы у друзей в гостях, поэтому у нас в этом отношении здесь есть чем заняться, культурная программа практически. В Хабаровске добыли. Из каких продуктов вы получаете жиры? Ненасыщенные из растительных масел, а насыщенные. Сыр немного ем, сливочное масло и... Ну, из обычных мясных продуктов какое-то количество набирается. Стараюсь просто. Я из Санкт-Петербурга. Нравится там отдыхать? Да, нравится. Хотел взять байк на прокат, но подумал, что при такой дороге, при такой езде не надо. У нас есть водитель с машиной, поэтому лучше будем. Он местный индонезиец. Любимое блюдо жены. У меня жена дисциплинирована, так же, как и я. Она давно едим такие очень примитивные вещи. Таких каких-то изысков нету. Ну, так уж получилось. В Пскове были, конечно. Дороги плохие, они очень узкие. И движение как-то организовано очень специфически. Да, конечно, я водить умею. Но решил все-таки, еще раз говорю, байк не брать, потому что что-то мне подсказывает, что ну его нафиг. В Таиланде, конечно, ездим. Чем питаюсь? У нас здесь все хорошо с питанием. Не знаю, то есть, проще сказать, чем не питаемся. Вот, здесь 2 или 3 повара. У вас есть дети? Да, у меня дочка 16 лет. Вот, у нас как бы с едой все в порядке. Сегодня, правда, свинина была, но она какая-то такая очень специфическая. Я такой никогда не ел с рисом, с каким-то там местным. И сын, нет, у меня у жены сын, ему 21 год. У нас дети от разных браков. Чем не питаюсь? Сладким не питаюсь, мучным не питаюсь. Топ добавок. Сыворотка, протеин, омега-3, витамины, минеральный комплекс. И что там еще? Креатин, углерод. Аритмия только после занятий в зале у вас. У меня аритмия постоянная, поэтому надо срочно с ней что-то делать. Сейчас приеду, буду искать способы. Ну, буду делать радиочастотные абляции. Скорее всего, ну, надо это делать быстрее. Вы давно в браке? Ну, я в одном браке был почти лет 16-17. Какой российский протеин нормальный? Ремлайн делает неплохой, я просто знаю, из чего он делает. То есть сына жены вы не считаете своим ребенком? Нет, у него есть свой отец. Так же, как моя жена не считает своим ребенком, мою дочь. Стоит ли брать БЦА с глутамином? Ну, они очень прекрасно сочетаются. Если за это не сильно доплачивать, то очень нормально даже будет. Очень хорошо. Есть такая формула, да, то есть добавляют глутамин БЦА. Да, Эрлайн. Да, Эрлайн делает просто. Я знаю, где они покупают белок и знаю, на каком производстве они делают. В Санкт-Петербурге у нас, я видел это производство почти как в Америке. Ну, это реально хорошее производство. С точки зрения оборудования, с точки зрения санитарных норм, ну, просто практически идеально, как в Америке. Я видел, как эталонно выглядит производство в Америке, поэтому думаю, что там, если не будут они ничего ерундой заниматься, будет так же хорошо. В Казахстан вроде собирались, неизвестно когда, точнее, неизвестно когда, не знаю, не подскажу. Вам спасибо. Все равно сейчас уже темнеет. Здесь 18.45 солнце заходит. Ну, собственно, сейчас и есть 18.42.
Здесь 5, плюс 5 в Москве. Степ, аэробика вместо кардиотренажера можно, если у вас пульсовая зона соответствует. Ну, как минимум, да, то есть жиросжигающий. Отруби считаются дневные углеводы. Но не дают они особой калорийности, когда к Яшанькину, в смысле, когда к Яшанькину в Екатеринбург, на кубок, не знаю, мы достаточно часто встречаемся. Раньше, когда в Москве был, часто встречались креатинофосфат на первом месяце при наборе. Почему? Креатинофосфат на первом. Почему креатинофосфат? Креатиномонгидрат. Genetic Lab как? Не знаю. Не знаю. Я говорю только то, что знаю. Genetic Lab из чего делают, где делают. Я не знаю, честно говоря. И не пробовал, естественно, потому что нет нужды. Кардио высокой интенсивности не способствует жиросжиганию. Ну, сейчас есть исследования, которые говорят, что способствует. В Инстаграме в директ отвечаете. Если не глупый вопрос, отвечаю. Матрикс как протеин. Не самый шикарный состав по белку в матриксе, но очень классный вкус, и, конечно, они там свою долю рынка отжали. А выступать собираюсь? Нет, конечно, не собираюсь. Гибкость теряю, что делать? Поддерживайте гибкость. Я ее давно потерял, уже даже не пытаюсь вернуть ее. Так что вот так вот. Вы не устали на типа вопрос? Нет, я скучаю. Мне здесь немножко, я удален, я гораздо больше обычно общаюсь с вейдерской аминки жидкой. Как вам? Не пробовал никогда, честно говоря. Посмотрите по составу. Думаю, что если там состав соответствующий. Что-то мне подсказывает. Погода была 2 дня пасмурно, и тут, конечно, жара прямо сейчас. Солнце очень ядерное, то есть за 20 минут просто начинаешь вскипать. Даже в Лас-Вегасе, когда мы были, то есть там было не так жестко солнцем. Ultimate Nutrition, нормальная фирма. Ultimate. Да. Я просто вспоминаю логотип, как у них выглядит. Я, по-моему, что-то даже... Привет, Самара. Что-то я даже использовал. Вы христианин? Да. Я крещен православный. Ну, я в достаточно зрелом возрасте это делал, лет, наверное, 10 назад. Хлеб кушаю, стараюсь, нет, я уже отвык от хлеба. Еще одного козла. Вот. Верите в Бога? Да, конечно. Обязательно. И стараюсь делать какие-то поступки, чтобы не было потом мучительно больно. Сыр в качестве жиров, да. Очень хороший источник жиров и казеина, по сути. Сыр – это хорошие жиры. Вес сейчас… не здесь весов, честно говоря. Кстати, они есть, но я до них не дошел. Думаю, такой же, как и был 112-111. Плавленый сыр – дружба. Слышал, много белка, не знаю. Я знаю, что есть такой плавленый сыр, но что с белком, честно говоря, не знаю. Ну, я просто не читал состав и ел его, наверное, последний раз, когда в институте учился. Это был 92-93 год. Вот. Ну, тогда был очень вкусный. Был еще костромской, еще что-то. Изолят на жиросжигание подходит. Задача гидролизат. Да не обязательно гидролизат. Жиросжигание никак не имеет отношения к изоляту, гидролизату. Если, конечно, вы к соревнованию готовитесь, то, наверное, придется за какой-то период убрать изолят, заменить его на гидролизат, а потом... Почему не люблю творог? Я его очень люблю, я просто безумно люблю, поэтому не ем, потому что... Почему дочку не берете на отдых? Она была только что со своей мамой на отдыхе, приехала и уехал я. Ну, потому что мы приехали к друзьям, другой конец света, вот поэтому... Сельдерей для поднятия тестостерона полезно. Какие еще овощи? Надо посмотреть, не могу вспомнить. Что у вас на данный момент присутствует от спортпита? Вот на 2 недели, что я приехал, ничего. Ну, я не с собой ничего. А, нет, брал, естественно, Куинзим Q10. Потому что у меня сердечная недостаточность, и я в самолетах задыхаюсь. На ночь творог не очень. Почему? Из-за инсулинового индекса. За высокого инсулинового индекса. Ну, еще раз говорю, это только мое личное мнение. Сейчас с вами пишу, и из Таиланда пишут, как у нас дела. Все хорошо, сейчас надо будет ответить. Она с вами живет? Нет, дочь живет со своей мамой. Ну, такой возраст. Увлекаетесь политикой? Как относитесь к новостям в мире? Нормально отношусь, поставил себе приложение какое-то модное. Сейчас так, ну, конечно, я стараюсь внимательно читать, слушать.
следить за тем, что происходит не только в стране, но и в мире. Потому что ну, достаточно много приходится перемещаться. Вот, и не хотелось бы в какой-нибудь замес попасть, там, например, как в Турции сейчас. Допустимо ли дарить яйца небольшим. Жарить яйца, видимо, небольшим количеством масла или только вареное. Допустимо. Это все из разряда страшилок про жиры. Не переживайте. Это не внесет существенное превышение калорийности в ваш рацион. Это уж точно. Можете не сомневаться. После креатина через сколько можно кушать? А нет там никаких на самом деле противопоказаний. Добрый день. Высушил теперь для поддержания нормального уровня 5 дней 50. Не понял. Пуловер для грудных важен, для грудных нет. Ну, по крайней мере, в моем представлении эти упражнения неэффективны для развития грудных мышц. Мне кажется, что оно гораздо эффективнее для больших грудных. Когда в следующем видео съездим в Яковины, и когда мне удастся оказаться в Москве, либо мы в Питере. Будете ли писать какие-то работы в ближайшее время? Нет. Статьи буду, и у Димы Яковины, кстати говоря, должно быть сейчас последний про статус моя статья. Так нет, конечно, у меня нет времени на это. Ну, опять же, либо если оно появится. Что-то такое фундаментальное писать, я не обладаю такими знаниями. Как сделать глубину мышц ног? Прожимать. Ноги надо продавливать, прожимать, и тогда появится глубина. Если вы выступающий, то вы должны начать продавливать где-то месяца-два. Кастанеду прочитали? Нет, еще нет. Просто пока вот такой засыпаю очень рано, то есть, точнее, просыпаемся поздно, потому что 5 часов разницы, и вот пока рассинхронно. У нас друзья здесь, они из Нью-Йорка вообще, у них 12 часов разницы. Вот они вообще ходят мертвые, мы еще более-менее. Допускаю, что в старости будете преподавать уроки бодибилдинга. Не хотелось бы, я вообще стараюсь отойти от работы с... клубе. Ну, по крайней мере, я прекрасно понимаю, что для этого нужно быть постоянно в какой-то физической кондиции и быть здоровым. Ну, если я приболел или не смог быть, да, то есть мне, к сожалению, там, никто не заплатит за отсутствие на рабочем месте, а с возрастом появляются проблемы, и очень хочется, чтобы независимо от этих вещей моя жизнь строилась. Тяга это гриф подходит для формирования толщины спины? Да, подходит. Т-гриф мне очень нравится и считаю, что разделение на толщину и ширину не очень корректно, но в целом все тяги к себе это, конечно, варикоз у женщин, ваше мнение. Ну, в 90% случаев это наследственно. И зная о такой наследственности, нужно соответствующим образом профилактические меры проводить. То есть, ну, к примеру, да, там после упражнений на ноги не сидеть. Да, чтобы отток крови был, не был затруднен. Много на самом деле рекомендаций, они очень элементарные, вплоть до ношения компрессионного белья. Ну, собственно, это вы, наверное, знаете, если у вас уже есть такая проблема. Слушайте, смотрите, меня никто не зовет, видимо, они там отмечают, и слава богу. Ну, все равно сейчас пойду присоединюсь к ним. Хотел потренироваться сегодня, но не пойду. Не знаю, сегодня еще как-то так. Мы сегодня днем даже спали первый раз за все это время. Ну, опять же, здесь уже 7 часов вечера. Вот мы сегодня с 2 до 4 спали. Вот, досматриваем сериал «Родина». Вот, и посмотрим. Алкоголь допустим при жиросжигании. Ну, я бы не допускал. Если вы реально какую-то там амбициозную задачу ставите, я бы не стал. Ничего страшного, просто как серфинг. Мне понравилось, как это делают люди, а то, что у меня не получилось, ну, я понимаю, что тяжело просто и все. Ну, ободрал себе локти, там еще что-то, а у меня же сейчас, о, кстати, мне надо выпить таблетку кроворазжижающую, а у меня кровь очень жидкая. И любая царапина, я, в общем, очень долго истекаю кровью, и, конечно, меня это немножко расстроило, потому что здесь и так влажность высокая, заживает все очень плохо. Вот, поэтому, как бы, а в воде не понимаешь, на эту доску прыгаешь, она в песке, подшкрябаешься. А для роста трицепса лучше брусь, отжимания скамьи за спиной или французский жим. Все три упражнения очень достойные. Тяжело при работе на дельте отключать трапецию. Как обхитрить? Координацию я вообще не чувствую. Хотя, может, она и работает, но... Я думаю, что вес корректно подбирать нужно, и тогда все будет хорошо.
Какие таблетки, если не секрет, аспирин? Нет, вы что, какой аспирин? Какой? У меня все серьезно. Нет, я же пью варфарин. Почему, когда добавляю к рабочему весу пару килограмм, то могу сделать только пару повторений? Вероятнее всего, вы являетесь человеком, который преобладает окислительно-мышечные волокна. И гликолитически с высоким внешним сопротивлением у вас меньше. Кофе люблю, да, но мне нельзя его пить, поэтому не пью. После перелома руки как тренироваться? В какое время брать максимальную нагрузку? Я думаю, что вы начнете восстанавливаться и сами почувствуете. Это же, вы же понимаете, вопрос. Давайте я назову цифру. Там, 6 недель. Ну, это же глупо, правильно? Ким Леврон, ваше мнение про Олимпию? Думаю, что он не выйдет на нее. Найдется какой-нибудь красивый повод не выйти. Ну, я, по крайней мере, думаю, что так было лучше. Кофе нельзя из-за проблем с сердцем, конечно. Из-за молока нет. Молоком не можно. Мне нельзя повышать давление. Ни в коем случае. Нет. Для кардио лучше веротренажер или беговая дорожка? Беговая дорожка более энергозатратна, но это очевидно. Ну, я их чередую. Здесь тоже есть беговая дорожка и велотренажер. Я вначале 25-30 минут на беговой хожу по-стариковски, и потом 20-30 на велотренажере. Ну и просто тяжело физически. Там, час на дорожке просто утомительно. А так на велотренажер пересел, включил кино. Эллипс использую. Вот его я не люблю. Не знаю почему. Ну, не очень люблю его. Хочу по 5-6 часов в день сжигаются или мышцы. Ой, слушайте, такой набор существительных или не связанных слов мне тяжело ответить. Хожу по 5-6 часов. Но все равно я, простите, пропустил. Все-таки смысл потерял. А смысл ему тогда готовиться, он неплохо поднабрал. Я думаю, он выступит. Я не знаю, про кого вы говорите. Если про меня, то я выступать не буду. Жимом лежа можно увеличить объем груди? Можно. Ноги тренируете? Да. Обязательно тренирую. Другое дело то, что не приседаю с большими весами, да и вообще не приседаю. А у вас интервал питания, частота? Дома в Питере 5 раз в неделю, в день питаюсь. Здесь реже. Сжигаются ли мышцы от долгой ходьбы? Нет, не сжигаются. Что на Бали интересного? Чем развлекаетесь? Пока мы только в процессе. Закажу экскурсию обязательно и... Еще. По магазинам хочу. Покупал уже кучу одежды всем друзьям, знакомым. Здесь какие-то 90% скидки на серферские фирмы, там на Quicksilver, Anil, DC какие-то. Вот ну, такие фирмы, то есть, которых у нас не так много. Вот, а здесь они реально стоят копейки. Я даже нашел рубашку с коротким рукавом, в которую я влез. А если я буду худеть, то вообще буду влезать легко. 5 дней, 50 грамм углеводов, 6-300 нормально. Нормально, если вам подходит такая загрузка. Что лучше после тренировки? Идет цикл сушки. Что лучше после тренировки? Вы имеете в виду есть белковую пищу, конечно. Ну, опять же, если цикл сушки. Хотя, если вы в первый половину дня тренируетесь, углеводы наедаете, то ради бога ешьте. Просто вопрос инертного жиросжигания, он такой, в общем, относительный. То есть такая теория, что организм по инерции продолжает жиросжигать. Как тренировать ноги, чтобы сделать их суше, но не увеличить в объеме, а то икры отстают. Докачайте вы икры и все, тогда будет все хорошо. Можно ли качать грудь чисто в кроссовере, либо в подобных тренажерах? Можно. Мышцы не знают, на чем вы качаетесь. Чисто белковно не нужно считать БЖУ, или можно есть белок для насыщения. Да, а какие БЖУ считать, если вы только белок едите? Вы только Б считаете, Ж и У в вашем рационе нет. Либо... Уж точно углеводов нет, игры качать сидя или стоя. Ну, сидя нагрузка больше на камбаловидную, понятно, что эти два разных упражнения, они как бы должны быть в тренировке и там, и там. 4 упражнения на грудь нормально, на мой взгляд, это более чем нормально. 5 это много, 3 это, наверное, мало. Ну, опять же, зависит, какой цикл, силовой или многовторный. Для квадрицепса лучше классический присед или фронтальный? Ну, слушайте, с моими длинными ногами мне лучше фронтальный присед. Очень многие от классических приседов видят результат. Но он технически гораздо сложнее выполним, фронтальный присед. Поэтому лучше, наверное, стараться все-таки искать вариант удобный. 3 грамма углей на набор. Я не знаю, для меня это фантастические цифры. Я столько не ел никогда. Ну, может, когда был молодым.
Ваш рост 183-84. Ну, сейчас, наверное, 83. Какой размер ноги? 43. 42,5-43. Живухин, ваше мнение? Ну, слушайте, здоровый, форму если сделает, я думаю, что есть все шансы на Арнольде удивить всех. Ну, по крайней мере, он такой показал, что он может вернуться. Для квадров лучше устойчивая постановка ног? Нет, не лучше. У вас цепочка не окисляется, серебро или золото? Нет, не окисляется, нет. Это не золото, точно, не знаю. Жвачку жую? Нет, не жую. Как-то вот... Ну, мне нет нужды. Постоянно на повторном режиме можно заниматься, или стоит чередовать месяц через месяц. Тренироваться можно, но не нужно. Так могут тренироваться только единицы, я в том числе. Какие добавки можно использовать для ускорения восстановления? Смотря восстановление чего? Вам снятся сны? Чем нравится сон? Здесь такие сны снятся, вообще в шоке. Здесь прям художественные фильмы какие-то. Кай Грин уважаю. Ну, как спортсмена, да, как его поведение мне не симпатично. Ну, сколько упражнений на дельты? 4. Ну, это я для себя 4, максимум 5. 2 на заднюю, 2 на среднюю, 1 жим. Ну, 5. По крайней мере, у меня так выглядит тренировка. Так, ну что, буду я потихонечку собираться все-таки, потому что раз меня не зовут, значит, они там уже все, забыли про меня, а это нехорошо. Мне тоже хочется поучаствовать, потому что приехали сегодня друзья из Китая. Считать повторение только по знакомению с Женей. Повторение вообще считать не нужно, нужно считать время под нагрузкой. Возвращаюсь 29 числа, да, 29-го. Ну, по-моему, перелет будет примерно такой же по времени. Вам спасибо. Не собирайтесь на Power Pro Show. Если это в Москве, я просто не очень с календарем, то, конечно, собираюсь. Сколько у меня талия сейчас очень сильно упала. Я делаю вакуум и планку каждый день. Поэтому сейчас очень сильно упала. Не знаю, не мерил, сантиметра нету. Но существенно убавилось. То есть вся одежда велика. Придется опять и пояс ушивать. У меня там специальная портниха есть, которая этим занимается уже на... профессиональной основе, она только меня делает. Да, вам спасибо. Вот, рано потемнело, ну просто у нас детей много здесь, поэтому не хотелось, они тут такое шоу устраивают. Вот. Один китайский ребенок, один американский ребенок и один русский ребенок. Да, спасибо и вам тоже. Вот, будьте здоровы, берегите себя. Не знаю, какая погода, по крайней мере, в Санкт-Петербурге у нас как-то там не очень с погодой. Как составить тренировки, принцип? 100 раз говорил об этом, как составляется, и каждый семинар на эту тему проводится. Вот. Так что, друзья, спасибо вам. Пойду я посмотрю, что у нас там сегодня. У нас обед плавно переходит в ужин. Так что я постараюсь сейчас не злоупотреблять ничем лишним. Вот. И пойду досматривать сериал «Родина». Потому что на улице реально жарко, здесь ужас какой-то. Вот. В номере, не в номере, в комнате кондиционер. Все, друзья, спасибо. Пока-пока. До встречи. Удачи вам. Я пошел отдыхать. Будем надеяться, что все будет хорошо у нас. Не знаю, надеюсь, что еще. Видите, интернет значит тянет, значит будем делать трансляции, будем болтать с вами. Просто 5 часов разница с Москвой. Вот в чем проблема, поэтому... Ой, здесь камера, я закрываю, извините. Все, друзья, пока. Пошел я к друзьям. Пока-пока. Как тебя...